возьми, клоун! Не дрова везешь! Что ты там делаешь, извозчик? Что ты делаешь? Ай! Да. Ну вот, доехали! Еще один пыльный город! Сейчас я их всех обую! В этом-то уж я мастер! Эй ты, макачка! Сейчас я тебя выпущу! Тут такое дело, как в прошлый раз, избиваешь прохожих, женщин, детей и исчезаешь. На, держи банан и все, вперед. Ай! Чёртова макака! В следующий раз ни листочка не дам! Бешеная макака терроризирует город! Прячьте детей в подвалы! Я, как губернатор, заявляю, мы сделаем все возможное для усмирения примата! Только без паники! Подождите, стойте! Эй, я, мое! Господа, я ловец макак! Я вам всем помогу! Я поймаю шимпанзе! Для этого мне нужны деньги! Деньги на сети, на прикормку и на прочее! Всего около миллиона денег! Макаки любят лопать детей! Ваших детей! Да-да, ради такого дела мы готовы профинансировать этот проект! Они любят жрать их запеченными в ананасах! Не пугайте наших детей! Или нашпигованными бананами! Не пугайте обездоленных и униженных! И мы выделим вам денег!
Ну вот, деньги я собрал, теперь пора линять отсюда. Доктор приступит к улову немедленно. Я слышал, вы отличный биолог. Что тебе надо, бомжара? Я не дам тебе ни цента из моих денег. В общем-то, я не за этим. Мне нужна помощь врача. Посмотрите на Луну. Когда она выйдет из-за тучи, я превращусь в оборотня волка. Рар, придурок. Подожди-ка секунду. Ой, я в порядке. Опа-на, клоун, ты вовремя. Запрягайся в карету и линяем. Опа, ключи от квартиры. Мутанту они ни к чему, он уже сдох. Пойду очищу и там. Так-так, что тут у нас? Ого, да это чистое золото. Это саркофаг Тутанхамона однозначно. Явно не подделка. Я стану богаче Рокфеллера. Ой, что такое? Ай-яй-яй. Что это с жителями? Они подходили с ума! Эй, клоун, уходим, запрягай давай! Получи, фараон, получи! Thank you.
Ах ты черт, как же я без кареты! Хорошо, хоть бабки при мне остались. А, сука! Пум-п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 ум